Всем привет, дорогие зрители, с вами мистер Шпилкис, и мы продолжаем прохождение пятого Far Cry. В прошлой серии, друзья, мы с вами открывали тайники, здесь летали, открыли мы порядка 6 тайников. Друзья, это хорошо, это классно. Я немножко прокачал нашего героя, взял усиленный патронтаж для стрел, ну точнее увеличенное количество стрел, которые мы можем переносить, и увеличенное количество патронов для снайперской винтовки. А зачем я это сделал, друзья? А сейчас я вам скажу, потому что мы в этой серии отправимся на охоту. Для этого нам нужно, чтобы было много боеприпасов, много стрел, друзья. Отправляемся на охоту, посмотрим на местную охоту здесь, посмотрим, по какому принципу она здесь происходит. У нас, друзья, как вы знаете, есть с чем сравнить. Мы параллельно проходим еще игру под названием The Hunter Call of the Wild. Это игра про охоту, друзья, поэтому с чем сравнить у нас есть. И давайте без промедления отправимся туда, где у нас какая-нибудь иконка какого-нибудь животного есть. Не помню, где они тут есть, эти иконки животных. Сейчас что-нибудь найдем. Только вот одна рыба. Ну, точно помню, друзья, что здесь бывали. Вот, например, бизон. Давайте попробуем поохотиться на бизона. Мы уже где-то в серии, помню, с ним встречались уже, его освежевали, но посмотрим. За охоту, друзья, здесь так же, как за рыбалку, дают очки способностей, это хорошо. Плюс шкуры — это деньги, поэтому, друзья, сейчас мы с вами отправимся на охоту на бизонов. Давайте поставим метку, где они тут примерно могут быть. Угу, понятно. Ну что ж, пойдемте с нами, бумер. Бумер нам нужен, друзья, за тем, чтобы помечать врагов, но... Это вот всего лишь иконка животного, а так-то мы, друзья, с вами будем не только охотиться на тех животных, которые помечены иконками, также будем охотиться на всех, кого будем встречать. Я уже подготовился немного к серии, купил снайперку вот такую новую. Надеюсь, она помощнее будет, чем старая. И смотрите, друзья, первый бизон. Теперь будем проверять. Если, конечно, только местные нам мешать здесь не будут... Два выстрела, друзья. Два выстрела в голову, и бизон готов. Но вот эта снайперка, она вообще на потрясающая. В плане урона, я думаю, два выстрела бизону. Так, вы знаете, нам бы куда-то в какие-то леса уйти, потому что ничего у нас тут не получится с местными этими товарищами. Они, я думаю, будут нам мешать. А мы тем временем давайте продолжим. Так, вот еще бизон и медведь, друзья, вы посмотрите. Раз, бизона забрали. И... Ох, друзья, как все здесь просто напрягает. Тут хочется на тихую, нормальную охоту. Но нет, друзья, здесь такого не будет. Ой, бумеру досталось. Бумер, друг, прости. Спасем. Давайте сейчас подберем шкуры. Шкуры — это деньги. А нам деньги, друзья, пригодятся, потому что... Давайте потестируем лук. Вот у нас есть возможность потестировать лук, но как-то... Как-то не так, друзья, честно. Может, его надо как-то натягивать? Я даже не знаю. Нет, как-то не очень. Рекурсивный лук, ну, так себе. Давайте куда-нибудь уйдем в какие-то леса, друзья. Я даже не знаю, нам не дадут здесь тихо, нормально поохотиться. Нам нужен какой-то лес, чтобы там никто не ездил, никто не ходил, не блуждал. Вот, например, есть Карибу. Давайте куда-то сюда и уйдем в эти леса. А то это не охота. Самолеты летают, машины ездят, стреляют эти безумные какие-то всякие. Нам бы куда-то где потише. Ну вот, хотя бы сюда. И потестируем здесь в охоте вот это все вооружение. В частности, интересует лук рекурсивный.
Далее у нас есть блочный лук и снайперская винтовка. Так, друзья, стоп. Вижу первую добычу. Сейчас бумер нам ее пометит, и мы попробуем из лука, из блочного ее добыть. Здесь и рыбка есть, друзья, но мы сегодня не за рыбкой. Так, есть. Нет, друзья. Низковато. А вот это самое то. Отлично. Взяли первый трофей из лука. Или нет, друзья, или не взяли. Ох, ну вы знаете, конечно, так мы с вами не поохотимся, я думаю. Вот что, что не так? То есть попасть мы попали в него, но что-то, друзья, происходит здесь. Стрелы. Ну, хоть так, друзья, хоть так. И, внимание, у нас уже говорит нам, что место закончилось. Да не может такого быть. Так быстро закончилось место. Вроде как у нас еще есть возможность. Или это место закончилось для другого? Возможно, для чего-то. Давайте еще попробуем повыслеживать. Здесь вот, вот еще, друзья, олень. Ну, глядя на то, как ведут себя здесь стрелы, я, наверное, буду его брать из винтовки. Добыли. Ну, конечно, друзья, здесь охота, ну, не та. Это экшен такой, это больше здесь фан. Никакого, никакой здесь логики и близко нет в охоте. Нет, нет, не то все. Все не то. А здесь у нас что? Здесь у нас какой-то охотничий лагерь. Ну, хотя бы так поохотимся, друзья. Хотя бы так, как предусматривает местная механика. Но, конечно, друзья, это не Хантер. Далеко не Хантер. Непонятно здесь уроны. У луков там и так далее. По идее, должен быть очень мощным оружием лук. Но, тем не менее, не кладет с первого выстрела. И, друзья, внимание, впереди у нас есть животное. Добыли. Отлично. Вообще, хотел бы, конечно, я больше поохотиться из лука. Угу. Не получится у нас тут. Без эдемщиков? Ну что ж. И на них тоже мы поохотимся вполне спокойно. Не дадим им здесь особо безобразничать. Охотиться на наших животных. А здесь-то мы не одни. Вот посмотрите, здесь-то прилично. Ребят, охотников-то всяких разных. Надо-ка нам от них подальше уходить. И все-таки, друзья, хочу потестировать нормально лук. Как-то вот нормально не получается. Так, началось. Бумер, давай, помогай, помогай, а я тебе помогу. Отлично, заклевали. По чуть-чуть заклевали. Шкура росомахи вожака. И, внимание, друзья. Нет, не то. Все не то. Будем сейчас привыкать, поднимать местную механику. Ну вот, смотрите, то есть стрела попала, но животное не падает. Хотя, казалось бы, очень мощный лук должен быть, но тем не менее, особо это ни на что не влияет. Животное не падает. Вот интересно, можно как-то обойтись без этих самолетов? Потому что они очень сильно портят мне здесь эту атмосферу охоты. Друзья, очень сильно портят.
Давайте попробуем вот этот лук. Сравним. Вот у нас есть здесь олень впереди. Попробуем сейчас добыть его. Пока крадемся. Надеюсь, он не видит. Стрелы. Воу, друзья, а тем временем животное-то упало, наше подстреленное. Так, и... Отлично, друзья. Двумя выстрелами добыли. Шкура оленя плюс 2. Нет места. Ну, теперь вот, друзья, точно у нас нет места, поэтому мы, наверное, отправимся продавать. Продавать, а дальше посмотрим. Так, это у нас вот магазин. Волчье логово. Давайте отправимся сюда, продадим. Хотя, наверное, на базу Клык будет проще. Там торговец прямо рядом, прямо сразу. А сейчас посмотрим, куда мы здесь полетели. Ну да, полетели туда, куда я бы не хотел. Ну ладно, и здесь найдем магазин. Я примерно помню, куда нам нужно. Вот сюда. Продадимся и пополним боеприпасы. Продать добычу, отлично. На 2400, друзья. Тем временем, посмотрите-то, охота поприбыльнее рыбалки получается. Да, погеморройнее, подольше все это ходить искать. Там рыбалка все-таки на одном месте происходит. Но охота однозначно поприбыльнее. Я потратил все деньги, там было 10 тысяч с хвостиками. Я потратил практически все в ноль, друзья. И смотрите, что у нас получается. Вот, кстати, карибу. А, то есть мы-то были рядом, можно сказать. Вот белохвостый олень. Друзья, белохвостый олень. Не упустим, не упустим шанс. Вот сюда мы перелетим и пойдем на оленя. Белохвостый олень, это здорово. Но лук не кладет с одного выстрела. Причем попадания довольно-таки такие хорошие. Я сейчас просто ассоциирую с хантером. Примерно неплохие попадания. Но, тем не менее, лук вот этот не очень. Не кладет он с одного выстрела. Кумжа эксперт, друзья, отлично. Нашли еще одну здесь рыбацкую точку. Мы еще обязательно здесь ходим на рыбалочку. Мне это все, друзья, интересно. Иногда хочется отдохнуть от экшена. Экшен иногда прям напрягает очень сильно. Так, а кто это? Очередное какое-то тут местное радио бормочет. Те демщики вещают здесь. А ну, друзья, давайте посмотрим. Посмотрите, какое место живописное. Ну, прям вот здесь. Животному быть бы обязательно. С нами бумер, это хорошо. Бумер незаменим на охоте, друзья, я вам скажу. Все, кому интересна здесь местная охота, обязательно берите собаку. Берите бумера, потому что он помечает врагов. Ну, как не врагов, а возможные трофеи помечает. Конечно, здесь нам местные животные, они нам не враги. А вот эдемщики, уроды, как раз самые настоящие враги. И вот здесь тоже, я смотрю, есть охотничек какой-то. Или рыбак, или охотник. Так, друзья, есть... Кто-то есть. Возьмем лук. Это утка, друзья. Вы посмотрите, это утка. Нет, по утке, конечно, я не попаду. Да нам бы какое-нибудь ружье нужно было бы. Кстати, друзья, к слову, о ружье. Надо задуматься, по-моему, оно там продается. И, внимание... Нет, друзья, не попал. Снова не попал. Попал. Прямо в голову, друзья, стрелой. Отлично, забираем. Да, друзья, прямо в голову. Хорошо. Смотрим. Еще олени, друзья. Внимание. Подкрадемся поближе. Вот есть один. Взяли.
Второго спугнули, друзья, но ничего. Пума там где-то. Да, вон там они разбираются, ребята, с пумой. А где же мы взяли? Где же мы взяли оленя? Вот он. Отлично, забираем. А здесь очередное жутковатое местечко эдемщиков, но мы, друзья, туда не пойдем. У нас сегодня задача поохотиться. Угу, посмотрите, там есть какая-то птица интересная. Давайте попробуем. Нет, не получится, друзья, к сожалению, ее добыть. Они довольно-таки юркие. Сразу заметили и улетело. Из лука уж точно не получится нам добыть эту птицу. А вот оленя, друзья, вполне возможно. Бумер, друг! Ты что? Ты что? Зачем же ты так? Я, конечно, думал, что тебя переброшу, может быть. Отлично, друзья, забрали еще одного оленя. Бумер, дружок, прости, где ты? Где-то там стрела в тебе, бедный, торчит. Прости, прости, красавчик, извини. Ну, а тут начинается очередной раз жара. Неотделимо здесь от экшена вообще никакая. Никакая спокойная. Здесь ни рыбалка, ни охота, друзья, от экшена здесь не отделяется. Впереди нас есть олень. Так, зря стрелял. Надеюсь, подберу стрелу где-нибудь в этом дереве. Куда-то сюда она полетела. Да, так и есть, друзья. Аккуратно сейчас спустимся. Я думаю, что... Медведь. Вот это опасно, друзья. Медведь, это опасно. Придется нам брать тяжелую артиллерию здесь на медведя. Вот он. Эх, не спасли мы там какого-то незадачливого прохожего. Не спасли, друзья, к сожалению. Медведя мы, конечно, забрали, а вот не спасли. Зато бумер там спокойненько нашел. Так, аккуратно, друзья, аккуратно. Тут много оленей. Эх, не натянул я тетиву, друзья, к сожалению. Сейчас мы за ними прогуляемся. Не уйдут, я думаю, от нас. То, что поднимаются стрелы, друзья, здесь это очень классно. К слову, в Hunter Call of the Wild тоже есть такая опция. Можно прокачать ее, и там будут тоже подниматься стрелы с добычи. Это, кстати, очень классная опция, друзья. Мы будем ей обязательно пользоваться. А пока мы идем, выслеживаем оленя. Вот они внизу. Ну, вы знаете, как вариант, конечно, можно сделать вот так. Если он остановится. Но вот местные тут автолюбители пугают нам животных. Не получается нам качественно поохотиться, классно. Вот так вот. Но охота из такого калибра, это, конечно, что-то, друзья. Это... Даже не охота, а какое-то практически истребление, я бы сказал. Давайте перейдем чуть туда повыше. Я вижу там оленя. Попробуем его добыть. И давайте попробуем его подобывать вот из блочного лука. Друзья, не знаю, в какие леса нам уйти, куда нам спрятаться, но вот это все не то, конечно. Очень сложно здесь в таком экшене, нормально. А это даже и ДМщики, наверное, там навалили. Не знаю, друзья, не знаю, посмотрим. Бумер, дружок, спугнул нам этого оленя. Ну, попробуем, значит... Попробуем вот так. А то будем долго за ним ходить, друзья. Боюсь, что проходим за ним дольше, чем он того стоит.
Отлично. И давайте, значит, вот как поступим. Интересно. Продадим сейчас добычу, что мы там настреляли. И перелетим в регион Иоанна. Мне кажется, он поспокойнее. Хотя бы там не так много летает всяких самолетов и так далее. Туда прямо сейчас мы отправимся. Быстро продадимся, пополним боезапас. Магазин здесь рядом. Очень удобно. И еще на 1800, друзья. Отлично. Деньги идут. Копятся потихоньку. А практически боезапас тут, друзья, только на 20 долларов мы пополнили. И давайте сейчас перелетим в регион Иоанна. Посмотрим здесь, где есть какой-нибудь лесок. Хороший, классный. Чтобы нам туда прям забуриться. Ну вот, как вариант, вы знаете, давайте куда-то вот сюда, вот в эту точку, лагерь каких там дровосеков или кого-то. Туда сейчас перелетим и оттуда спокойно прогуляемся в местный лес. Поищем оленей, еще кого-нибудь поищем, посмотрим. Давайте поставим примерно точку куда-нибудь. Да, куда-нибудь, друзья, вот сюда пойдем. Примерно для ориентира нам точку. Хотя тут тоже самолеты, друзья. Тоже самолеты. Все летает. Не знаю даже, куда здесь нам лучше податься. Вот первый трофей уже. Бумер нам пометил, красавчик, первый трофей. Давайте сейчас попробуем его. Отлично, друзья. Сразу же взяли. Заодно потренируюсь стрелять здесь из этого лука. Точнее, не из лука даже больше, а больше понимать вот этот прицел. Нам бы найти сейчас добычу нашу. Бумер, а ну подсоби. Подсоби, дружок. Вот он. Вот он, олень. Олень-вожак, друзья, тем не менее. Вы посмотрите, олень-вожак, это круто. Так, и, внимание. Еще один, отлично. Прям, друзья, потихонечку, потихонечку у нас с вами получается. А здесь, посмотрите, так вот тихо-тихо, абсолютно незаметно, и вертолет, друзья, стоит. Вот так вот. Бумер. Давай, давай, бумер, дружок, помогай. Работаем вместе, в паре мы с тобой сегодня. И... А там, друзья, медведь или росомаха, даже непонятно. А ну, возьмем покрупнее калибр. Возьмем покрупнее. Сейчас узнаем, друзья, кто там был. Да, это, наверное, росомаха, друзья. Ну, для росомахи, конечно, калибр был большеват однозначно. Можно было бы и меньше. Так, а мы где? А мы... Да, друзья, где? В лесах. Нормально все. Я думаю, что встретим мы сейчас и здесь тоже добычу. Главное аккуратно только не свалиться с этих местных скал, чтобы не переломать себе ноги. Так. Меточка пришла. Внимание, друзья, здесь уже у нас медведь. Медведя берем из крупного калибра. Два выстрела, друзья. Два выстрела. Вы себе только представьте. Два выстрела, чтобы завалить этого медведя огромного. Ну, конечно, интересно. Но не совсем реалистично, я бы сказал. А здесь у нас и засидочка есть. Вы только посмотрите, друзья, какая красота. Засидка. Не знаю, наверное, не попал. Скорее всего, не попал. Хотя, друзья, попал. Вы видели этот выстрел на опережение? Ох, красиво было. И идем за оленем. Аккуратно крадемся пока. Будем немного, друзья, здесь отыгрывать все-таки более-менее роль охотника, потому что... Нет, с такого расстояния вряд ли попаду. Нужно поближе.
Так-то, конечно, можно взять просто тупо пулемет, ну и зажать гашетку и без остановки тут поливать все подряд. Бумер, бумер, друг, не спеши, не спугни. Друзья, отлично. Первый выстрел, я что-то не понял, куда пошел. Второй. Второй пошел куда надо, друзья. Нет, друзья, не попал. Вы посмотрите, что творится. Росомаха со скунсом дерутся. Две росомахи даже, друзья. А ведь попал же, попал. Что интересно. Так, отлично. Бумер, дружище, давай, давай, давай. Преследуем росомаху. Не дадим уйти, не дадим. Эх, друзья, уходит, уходит. Выдерживает столько. Столько выдерживает эта росомаха. Нет, нет. Не те выстрелы делаю, потому что сложновато здесь стреляться. Давайте не будем шуметь. Давайте продолжим нашу тихую охоту. С луком. И не спеша. Вот откуда здесь этот самолет? Что у них вообще за проблемы? Чистый регион уже. Все, больше ничего не нужно. Нет. Постоянно эти самолеты здесь кружат. Непонятные вообще, зачем они нужны. Бумер. Кого-то заметил. Кого-то заметил, друзья, интересно. Заметил оленя. Ох, друзья, нет. Не знаю, попал, возможно, но... Сейчас посмотрим. Друзья, а кровавые пятна-то есть. Значит, попадание есть. Давайте немного сейчас прогуляемся, а вдруг подберем трофей. Кстати, подберем, друзья. Вот, посмотрите, крестик. Крестиком показан упавший трофей. Где-то вот уже здесь. Вот он. Значит, все-таки попали. И, друзья, внимание. Да что ж такое-то? Не могу никак попасть. Ну вот, попал, друзья, но... Росомаха, наверное, задрала его. А мы задерем росомаху за это. Ох, друзья, вот это опасно. Вот это опасно. То есть, прям забьем ее сейчас. Ох, друзья, вот это охота. Вот это накал страстей. Все. Угомонили. Бешеная росомаха уже вообще там. Осталось чуть-чуть ей. Ох, друзья, что происходит? Вот это экшен. Даже здесь экшен, друзья, не прекращается. Вот это класс. Ну, давайте продолжим. А ну, друзья, посмотрим, где мы и куда мы. Вот, давайте-ка вот на этого, на Вапити сходим. Перелетим сюда, сходим на Вапити, посмотрим, кто это. Ну, какой-то копытный, я думаю. А заодно посмотрим, есть ли здесь рядом торговец. Торговца нигде нету. Ну, нету и ладно. Ох, узнаю это местечко, друзья. Тут первый раз я пытался искать тайник выживальщиков. Тут без танцев с бубном вообще не обошлось. Так, друзья, тихо-тихо. Кто там у нас? У нас там скунс, но, друзья, опасно. Опасно. Первую стрелу он выдержал. Вторую нет. Забираем. А вот меня мучает подозрение, друзья. Не полная ли у нас там уже сумка-то трофейная?
Как-то непонятно, много всего лежит. Ну-ка, давайте сейчас кого-нибудь добудем и посмотрим. Помещается нам еще в сумку что-то? Или уже пора продаваться лететь? Друзья, где-то все бумер, все подсвечивает. Друзья, вы посмотрите. Ох, друзья, вот это да, вы только это посмотрите, что происходит. Один олень вообще не пон... Нет места. Все ясно. Нет места, к сожалению. Ну. Давайте хотя бы стрелу заберем. А это олень. Ой, друзья, он живой и застрял в текстурах. Какая жесть. Какая это все жесть, друзья, вообще. А куда нам ближе? А, вот сюда, я думаю. А потом оттуда отправимся на это же место. У нас уже, мне кажется, давно нету места в инвентаре. Я все продолжаю там стрелять и добывать кого-то. Надо повнимательнее быть. Очень много денег, наверное, мы сейчас упустили. Просто по этой причине. Отлично, как у вас тут, ребята? У меня хорошо, я вот охочусь, к примеру. Приглашаю, пойдемте со мной. 3600, друзья, денег. Вот это круто. Охота, ну, очень прибыльна, друзья, я вам скажу. Очень прибыльна. При том, что на боеприпасы затраты минимальны. А, в общем-то, добыть же... Да что у вас тут за проблемы у всех? В общем, добыть животное не составляет никакого труда по-хорошему. Вот, можете видеть, я не охотился здесь практически ни разу. И довольно спокойно добываю здесь уже и оленей, и агрессивных каких-то животных. Только бы нам бы залезть на эту скалу. Больше ничего я и не хочу, в общем-то, лишь бы только нам взобраться. Все. Отлично, пойдем. Отсюда. Ну, нет, я этого не делал. А ты как минимум странный. С такими просьбами. Давайте-ка крупную артиллерию возьмем. Потому что не крупную артиллерию он выдерживает побольше. Шкура вапити. Так вот, вапити получается такой большой олень. Мне кажется... А мы пока вернемся. Отлично, друзья, вот у нас и засчитали испытание на вапите, это хорошо. 2 очка нам дали. Спасибо, это классно. Очки нам нужны и пригодятся. Так, стоп, стоп. Кого-то бумер нашел. Кого-то пометил, даже 2. Не спешим, друзья. Где-то вот здесь наверху. Хорошо, хорошо, дружок. Хорошо, я понял. Я понял твои опасения. Но мы тебя в обиду не дадим. И сами не дадимся в обиду. Нам только бы понять. Так, друзья, смотрите. Я думаю, что буду брать из крупного калибра вот этих ребят, потому что... Что-то первый выстрел как-то не пошел, по-моему. Потому что долго по ним стрелами выцеливать, они еще и... Что тут у вас за проблемы? Серьезно, вы достали? Летуны. А вот где он, кстати, этот летун? Звук вроде идет откуда-то отсюда, непонятно, где сам летун-то. Что происходит, друзья, вообще? Что это такое? Что за звук самолета? Или это не самолет? Непонятно. А там, друзья, медведь. Идем за медведем. Или росомаха, или медведь. Ну, по-моему, крупный, по-моему, медведь. Ой, это Far Cry, друзья. Это Far Cry. Проваливаются олени под текстуры. Самолет-невидимка. Ну, самолет-невидимка я еще поверю. А вот во все остальное уже с трудом. Не знаю, друзья, куда там стрелял.
попал, не попал. Сейчас будем смотреть. Вот змея нам не нужна. Змея — это уже не охота. Внимание, аккуратно, не спешим. Не спешим. Поспешили, испугали здесь возможные трофеи. Медведь тем временем приостановился. Давайте попробуем его забрать. Забрали, отлично. И вот два трофея убегают. Ладно, оставим эти трофеи в покое. Нет, конечно нет, друзья, так не попасть. Сложновато это все. А где наш медведь? Бумер, помогай. Помогай, дружок, искать. Жалко же, шли же за трофеем. Ну как так-то, а? А где-то вот, друзья, крестик вижу где-то здесь. Угу. Не помню, наш олень или это жертва какого-нибудь медведя здесь, непонятно. Так, друзья, аккуратно посмотрим. Повнимательнее, медведь, друзья, идет. Опасный медведь. Сразу, сразу в голову. На месте забираем. Шкура черного медведя. Отлично. Друзья, давайте еще какое-нибудь место выберем. А что у нас здесь? Белохвостый олень. Берем. Недалеко. И вы знаете, дайте-ка я сейчас посмотрю по испытаниям, что у нас там и кто у нас нужен. Ох, друзья, да ладно. Да серьезно. Нет, конечно, конечно нет. То-то я смотрю. Но мы неужто мы все там, всех прям. Гризли. Вот нам нужно гризли, пума, зайцы, друзья, тут есть, оказывается. Интересно, а где они? Карибу. И карибу нужен еще один карибу, как минимум. Давайте поищем, где у нас есть карибу. Вапити. Вапити. Так, велорог. А ну посмотрим где-то здесь. Белохвостый. Утка. Ну, на утку надо бы нам ружье. Американский барибал. Интересно, это... это гризли или кто это? А ну давайте вот сюда сейчас прыгнем. Спустимся вниз и посмотрим, засчитается ли он нам как освежеванный гризли. Потому что называться они здесь могут на карте так, а в испытаниях и по-другому. Вполне себе спокойно такое может быть. И давайте сейчас поставим метку на него и куда-нибудь пойдем. Вот сюда. Отлично. Главное не навернуться, друзья. Высоковато здесь. Будет падать. Ноги переломаем точно. И не ноги, тоже переломаем. Позвоночник и все остальное. Поэтому аккуратно-аккуратно, друзья, спускаемся. Хоть у нас парашюты есть, но все равно не спешим. Так, стоп, стоп. Где-то кого-то мы пометили. Бумер сработал, красавчик. Давайте сейчас посмотрим. Где и кого? Пока не вижу. Ну, на пути нету. Может быть, кто-то где-то сзади. Да, сзади так и есть. Ну, возвращаться не буду за ним. Пройдемся чуть вперед. Так, стоп. Кто где? Ну, кто-то где-то. Угу, понятно, вот. Впереди, друзья. Аккуратно. И вверху. Так. Не понял, друзья. Попал, не попал, непонятно. А ну посмотрим, есть ли кровь. Непонятно пока, друзья.
Забрали. Забрали убегающего. Хорошо, посмотрим, кто это. Нужен ли нам такой или нет? Так, обыскать. Нет места. Вопрос. Нет места под что? Под шкуру? Под приманку? Под что? Под шкуру вроде как еще место у нас должно быть. По-любому. Далековато, друзья. Не пойду за вторым оленем. Или кто это? Веслорог, велоног, веслоус. Сложно с этим всем названием привыкнуть после Хантера. Друзья, внимание, внизу медведь. Американский барибал. Нет, наверное, друзья, задрал он охотника там какого-то и уходит. Уходит, друзья, не догнать. Но попробуем. Попробуем догнать. Отлично, друзья, забрали. Забрали, все получилось. Главное, теперь нам только трофей подобрать. Тут физика есть, друзья, трофеи спокойно могут скатиться вниз куда-нибудь. К подножью горы, скалы. Поэтому нужно нам шкура черного медведя. Ну вот, взяли. И, друзья, чуть выше тоже есть какой-то... А, это этот трофей нам показывается, да, понятно. Хотел сказать, чуть выше тоже какой-то трофей есть. На самом деле ничего там нету. О, друзья, красивое какое озеро. Здесь и рыбка наверняка есть, но мы не за этим. Здесь пока не за этим. И посмотрим на испытание. По-моему, ничего у нас там не засчиталось. В закладку с гризли. Акула здесь какая-то. А, это наемники. Стоп, не туда вообще зашел. Карибу, пума, медведь, гризли. Нет, медведь не засчитался. Значит, нам нужно искать именно медведя-гризли. Интересно, где он обитает? Американский барибал. Нет, такое у нас уже есть. Волк, друзья, внимание, интересно. Белохвостый, белохвостый. Белохвостый, отлично. И пума. Пумы тоже нужны, друзья. Пуму будем брать. Летим за пумой. Меточку поставим на пуму и отправляемся. Здесь недалеко, поэтому должно быть все нормально. Будем брать из крупного калибра, потому что из лука будет сложнее, мне кажется. Пумы агрессивные, могут и напасть. И снайперской все-таки полегче будет отстреливаться. А здесь у нас, внимание, друзья. Здесь у нас прям всего-всего, всего чего хочешь. Отлично. Ну что, какие мысли? Где здесь может быть пума? Давайте примерно посмотрим. Ну, походим сейчас в этом лесочке. Поищем, вдруг найдем. Бумер нам должен помочь в этом. Стоп. Друзья, есть какие-то два животных там у нас впереди. Сейчас посмотрим. Так, а что происходит-то? Что прицел так задергался? Эх, самолет спугнул. Наверное, не знаю. Возможно. Возможно. Ну ничего, сейчас прогуляемся за ними. Я думаю, что далеко они не убегут. Больше никого бумер. Бумер не нашел. Так, вот, друзья, впереди есть. Сейчас попробуем взять его.
А вы знаете, наверное, не буду я особо мудрить. Сделаем вот так. Из лука, конечно, классно, но подкрадываться будет долго. А серия у нас уже, к сожалению, друзья, подходит к концу. Постепенно, по чуть-чуть подходит к концу наша серия про охоту. Ну, в общем, я думаю, закончим здесь, на этом моменте. Я считаю, довольно неплохо мы поохотились с вами. Вот, еще один трофей нам напоследочек. Берем его. Можно было взять ружье и попробовать поохотиться на уток. Но, друзья, я думаю, в будущем мы так и сделаем. А пока нам и такого опыта достаточно. Вполне себе классно у нас все получилось, друзья. Отличная охота, я считаю. Классно постреляли, пособирали трофеев и довольно прибыльно, хочу заметить. Спасибо, что посмотрели это видео. Если вам оно понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. В комментариях обязательно, друзья, жду ваше мнение по этой серии, по этой игре, по каналу в целом. Все пожелания, предпочтения, предложения, друзья, любая помощь приветствуется. Все отправляйте в комментарии, я комментарии читаю. Отвечаю на них, будем с вами там общаться, знакомиться. И увидимся в следующей серии. Пока-пока!